пчелы в улье. Видение этой чем похоже на собачку. Это, похоже, спит. Хочется выбраться, но робеет объектива. Вот одна набралась смелости, кажется. Ну все, страх преодолели и поползли. Продолжает спать. Пчела на цветке, и тут ее заснять трудно, быстро движется. Это цветок малины. Вот цветок малины крупным планом. Одна из рамок вынута из улья и поставлена рядом с ульем. Пчелы немного обескуражены. Они уже поняли, что они не в улье, но не поняли, что делать. Одна из пчел села прямо между пальцев моей руки, которой я держу камеру.
благополучно улетела. Очень красивые, маленькие, пушистые создания, которые озабочены тем, что с ними происходит.